Дворовые проезды в многоэтажках. Проблема остается. Верховный совет рассмотрел инициативу президента финансировать ремонт дорог во дворах из дорожного фонда. В спальных районах, проживающих многоквартирных домах, внутриквартальные и внутридворовые проезды просто разрушены в ноль. У людей тротуара нет, и, соответственно, жители ближайших домов, муниципальных учреждений, а это детские садики, школы, детские дома, по этим покрытиям ходят люди. И они спотыкаются, падают, некоторые из них даже, в общем-то, наносят себе увечья. Даже службы, которые обслуживают дома, не могут проехать. То есть не могут вывести элементарно мусор. Скорая помощь не может подъехать к подъезду, чтобы больного человека, которому нужна очень срочно медицинская помощь, не тащить его на носилках метров 500, а подъехать к подъезду и взять человека и отвезти в больницу. Такое огромное количество жалоб вот за последние год-два. Я уже давно даже на своем округе не видел. Но, к сожалению, мнения разделились у депутатского корпуса, и законодательная инициатива не набрала достаточного количества голосов. Почему говорю «к сожалению»? Потому что проблема-то остается. И обращение граждан будет только с каждым днем нарастать. Поэтому вопрос остался открытым, и я уверен, что обсуждение данного вопроса будет продолжено. И мы сможем найти какую-то формулу решения этого вопроса. Сейчас дворовые территории ремонтируют за деньги из фонда наказов избирателей. Но этого мало, отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов. В общем, проблема открыта, и ее еще предстоит решить.